Телевизионный проект «Пластика Лайф» представляет Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Месяцы ожидания, неделя осмотров и обследований, 2 часа на операционном столе. И это даже не все, что нужно, чтобы сбылась мечта о красивом лице. Ночь прошла прекрасно, спала мертвым сном, как это не смешно говорить, в клинике. Несмотря на то, что нам все-таки обезболивающее на ночь поставили, я не считала нужным, что мне это нужно действительно, потому что небольшое покалывание в уголках глаз, но это все так терпимо. Сегодня, мне кажется, я даже вижу результат. Ну, может, по мне сейчас это и не скажешь, но мне кажется, действительно, у меня уже немножко так все разгладилось. Может, это в силу отечности, но послушаем Ивана Ивановича, что он скажет, когда придет. Пока все так хорошо и даже радостно, несмотря на то, что я вижу в зеркало. Так, Ольга, проходите сюда. Ребяточный кабинет у нас тут такой. Голова не кружится? Нет, все хорошо. Все хорошо, проходите. Доброе утро. Укладывайтесь сюда, головой вот сюда. Как спалось? Замечательно. Замечательно? Хорошо спала, да? Физиолог, супер. Да? Все понравилось? Волшебно. Угу. Очень хорошо. Ну, сегодня у нас первая перевязка. Что мы сделаем? Мы вот эти пластыри переклеим и немножечко обработаем здесь наши ранки. Так все хорошо. Немножко неприятно, но все терпимо. Не больнее, чем роды. Это точно. А вы потом покажете мне без бинта? Хорошо. Не боишься? Нет. Берите в руку. Посмотрите на себя. Смотри. Счет отека она пока разгладилась так прям хорошо. Но потом можно будет этого эффекта достигать, если косметологом ходить вовремя. Вот, они будут с нижним веком еще работать, чтобы оно расправлялось. Но вот видите, мешков уже здесь нет. Мешков, да, а вот наверху пока нет. Лишней кожи тоже нет. Угу. Наверху немножко может быть пока непонятно, потому что вот за счет отека вот это вот у нас немного нависает. Но оно потом туда вот уйдет, в складку, и все будет хорошо. Богиня прям. Так что все замечательно. Ну все, на сегодня мы закончили. Сейчас отдам выписку, и можно будет домой поехать, хорошо? Значит, еще раз, дома никаких нагрузок, в наклон ничего не делать. Сегодня постараться не есть горячую пищу, все только теплое. И не нагружать глаза, то есть книги, там, телевизор, компьютер. Сегодня-завтра исключить, хорошо? Только слушать. В понедельник снимаем швы. Договорились? Ну все. Удачи. Спасибо. Все. Пожалуйста. Держи. Полежи пока, потом Гарри уведет тебя. Поздравляем вас с выпиской. Ждем вас через пару дней на реабилитацию. Все девочки очень хорошие, внимательные. В общем, спасибо. Увидимся. Вам спасибо большое. Поправляй. Солнечные очки в пасмурный день. Один из атрибутов пациента, которого выписали после операции. Несмотря на то, что нагрузки в этот период исключены, можно самостоятельно передвигаться, в частности, добраться до дома, а через несколько дней приехать в клинику для осмотра и снятия швов. Доброе утро! На перевязочку подошли. Да. Тапочки, пожалуйста, надевайте. И к первому кабинету присаживайтесь, ожидайте. Хорошо. Здравствуйте. Добрый день, Ольга. Рад вас видеть. Проходите, пожалуйста, перевязочную. Доброе утро. Сегодня у нас перевязочка. Это Люба, наша медсестра. Она будет нам помогать. Значит, сегодня мы все снимаем здесь. Хорошо? Глазки можно закрыть. Оль, закрой глаза. Где-то было больно? Ну, расскажи. Честно? Да, честно. Нет. Честно, нет? Честно, нет. Просто уже... Ну, чуть-чуть приукрась тогда. Ну, где-то было. Ну, может быть, подтягивала немножко. Но я думаю, что это из-за лейкопластыря. Или из-за швов.
А пластырем-то удалось тебе уже рассмотреть, что ну, у нас я... тут? Или не видно? Когда на микротоке ходила, просила девочек, чтобы не сняли, да, и я любовалась. Уже видно, да? Обработаем. Ты с той стороны, я с этой. Сегодня у нас 6 дней после операции. Достаточно ранний срок, но все равно здесь минимальные остались следы. Все это через неделю подживет. Полностью затянутся все наши ранки. Ага, чуть-чуть потерпи. Вот это немножко неприятно, но не больно. Хоп. Умница. Верхнюю сняли. Еще два. Ну. Так, сюда немножко повернись. Молодец. Убираем длинную. Молодец. Два. Четыре. Так, обработаем. Ну что, на сегодня все. У нас еще микротоки, да, впереди с вами. Угу. Значит, увидимся через неделю. Договорились? Хорошо. Дай ручку, пожалуйста. Все. Сегодня 6-й день после операции Ольги. Сегодня мы сняли швы, убрали почти все фиксирующие пластыри. Могу сказать, что хорошо все у нее заживает. Есть еще небольшое количество корочек. Это абсолютно нормально для 6 дней. Практически мы не видим синяков и отеков у нее. Видно, что организм справляется. После такой операции, через месяц примерно, уже пациент не выглядит как оперированный абсолютно. Но через 2 недели уже можно выйти на работу. Ну и помогают, конечно, наши реабилитационные процедуры. Я думаю, что даже в более зрелом возрасте вряд ли у нее какие-то изменения будут, которые будут требовать коррекции. Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдемте. Нам потребуется около 5 процедур с периодичностью через день. Уйдут синячки, оставшаяся отечность, швы станут более мягкие, более гладкие. Аппаратная процедура микротоки применяется в эстетической медицине и как самостоятельный метод омоложения, который способствует активизации биохимических процессов внутри клеток, улучшает обмен веществ и ускоряет процессы восстановления. Дни прошли замечательно, отдыхала, на работу не ходила, восстанавливалась, лежала. В общем, мини-отпуск такой небольшой. Вижу результаты. Сняли швы, сделали микротоки. Хорошо, прям легко. С Иваном Ивановичем вообще ничего не страшно. Если он рядом, все хорошо, значит. Ой. Это верно. Нет, я даже смотреть не хочу на эту женщину.